Глобальное потепление, парниковый эффект, климатические катаклизмы, смертоносные ураганы. Все эти понятия в 21 веке настолько знакомы человеку, что порой кажется, будто можешь написать диссертацию. Однако это большое заблуждение. Наука шагает вперед огромными шагами. И все, что мы знали о глобальном потеплении, устаревает с непреодолимой скоростью. Взять хотя бы парниковый эффект. Даже неисправимый двоечник знает, что вся беда в колоссальных объемах углекислого газа, выделяемого транспортом и предприятиями. И действительно, по последним данным Агентства по охране окружающей среды США, 76% от всего объема глобального выброса парниковых газов приходится на долю углекислого газа. А вот метан 16% идет в этом списке вторым. Казалось бы, разница едва ли не пятикратная. А на деле метан представляет куда большую опасность, чем углекислый газ. Попробуем разобраться. Сегодня понятно, почему это происходило и как это происходило. То есть мы можем здесь взять какие-то отложения древние, того времени, да, и по ним в разных местах Земли, и по ним восстановить. А что было? Сколько был уровень углекислого газа? Проследить весь цикл движения углерода через призму времени очень сложно. Что же касается глобальных отрезков истории развития Земли, то белых пятен тут достаточно много. Заполнить пробелы ученые КФУ попытаются совместно с представителями стратегической академической единицы «Эко-нефть». Мегапрорыв предполагается в переоценке роли метана в изменении климата. Для этого команде ученых предстоит определить вариации содержания метана в древней атмосфере Земли. Как раз мы себе ставим две такие задачи. Первая задача связана с тем, чтобы понять, какова роль этого метана, выделяющегося из, значит, с месторождений нефти и газа на глобальное потепление. Причем эти исследования мы хотим делать не только, ну, так предсказывая это влияние сейчас, но мы хотим, так сказать, выстроить такую, как правильно сказать, историческую справку. Кстати, ученые КФУ имеют весьма богатый опыт в реконструкции климатических условий на Земле в далеком прошлом. Научная группа лаборатории палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма уже довольно продолжительное время изучает для этого озерные осадки как своеобразные летописи развития планеты. Соответственно, зная эмиссию метана в год, мы можем как-то растянуть этот, предсказать увеличение или уменьшение количества этого парникового газа, да, в течение нескольких будущих лет. Определение объемов выбросов метана в атмосферу должно дать ответ на вопрос, как изменится климат в будущем. Но вместе с построением новой модели ученые САЕ «Эко-нефть» преследуют также другие задачи. Разработку технологии оценки зрелости нефти материнских толщ в пределах бассейна и выявление сладких мест для разведки и дальнейшей разработки нефти и газа. Если сейчас для поиска месторождений чаще всего нужно бурить скважины, то в скором будущем такая необходимость отпадет. Будет достаточно зафиксировать из космоса крупный выброс метана над какой-либо территории. Причем ученые не исключают, что все это будет происходить в автоматизированном режиме. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.